Hello guys, hello girls. Let me introduce you with the terrible weather in Thailand. It's a rain season in Thailand. Here in the center of the frame you can see the face of the king of Thailand who was died 1 year ago. Kumibhorn Adulyadej Rama 9. The man exactly his portrait printed on Thailand money, and this is a Thailand flag. Terrible weather is going now in this territory. Very heavy, quick and strong rain with a heavy wind as well. Thailand is the country of millions of motorbikers. You can see how much bikes here. Oh, durian. The best food in Asia is durian. And of course, ice cream with the flavor of durian. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe and give me a nice comment and write me something nice and give me like and subscribe. Thank you. Друзья мои, всем привет! Я хотел вам представить сезон дождей, который происходит у нас сейчас в Таиланде. По центру кадра портрет Кумибхорна Адульядея Рамы 9, который умер в прошлом году. Его портрет напечатан на тайских деньгах. По центру кадра вы также видите тайский флаг. И что такое сезон дождей, вы можете сейчас наблюдать. Это очень сильные, серьезные дожди, шквальные, короткие, но очень сильные, сопровождающиеся также сильным ветром. Таиланд — это страна с миллионом мотоциклов, скутеров и мотороллеров. Вот мы можем видеть их обилие здесь, возле этого торгового центра, у которого я сейчас нахожусь. Здесь можно видеть дуриан. Вверху этого плаката можно видеть дуриан. Это самый вонючий, пахучий и приятный фрукт на свете. А также мороженое с его вкусом. Скажем так, десерт для извращенцев или для гурманов. На самом деле это просто изумительно вкусное блюдо. Вот, вы видите, что творится. И это в середине лета. Почти. Ну что ж, будем как-то закутываться, утепляться и жить дальше. Спасибо за просмотр, друзья. Поставьте лайк, подпишитесь и напишите хороший комментарий. С вами был Петров Олег, украинский путешественник, который странствует третий год по миру практически бесплатно. Увидимся!